Дома, как на картинке в глянцевых журналах. Центр Кемерово, но без привычных пятиэтажек. Вместо них вот такие высотные красавцы. Уют первых небоскребов Кузбасса оценивают руководители области и города. Гости стремятся побывать на балконе 24 этажа. Каждому хочется увидеть, каково это – смотреть на город сверху вниз. Здесь, на высоте 24 этажа, ощущаешь себя каким-то великаном. Вид открывается просто потрясающий. Весь город можно рассмотреть как на ладони. И главное, все кажется таким маленьким. Машины и дома, все как в миниатюре. А это уже не оптический обман. Весь Кемерово-Сити, уменьшенный в 10 раз, стоит на столе. Так жилой комплекс будет выглядеть, когда полностью отстроится. Всего 2 года назад и дом, в котором сейчас находятся первые гости, был просто макетом. Практически за 2,5 года этот комплекс был построен. Вначале был построен панельный дом, который мы видим. Сейчас 3 замечательных небоскреба. Первые небоскребы в городе Кемерово, уникальная технология, очень красивые. Ну, конечно, вы видите, потрясающий вид, в принципе, доступная цена и, еще раз повторяю, быстро. 2 новых дома в 17 и 26 этажей – лишь первая очередь уникального для Кузбасса высотного монолитного комплекса. До Нового года тут закончат строительство еще 3 небоскребов. Здесь, кстати, будут и другие здания – аптеки, магазины, фитнес-центры. Вся инфраструктура так оправдает название Кемерово-Сити – города в городе. В этом микрорайоне будет построено 2 школы. 5 детских садов. Вот, в следующем году начнется строительство новый детский садик на 220 мест. Он будет реализован в непосредственной близости от этого комплекса. То есть комплексный подход, когда и вся инженерная инфраструктура, которой занимается город, заранее подводится, проекты, планировки. Это нравится горожанам, но и немаловажно, что практически 3 минуты и ты в центре города. Небоскребы – это новая веха в развитии областной архитектуры. Их возведение компания «СД-Строй» посвятила 70-летию Кемеровской области. Новшество, кстати, быстро оценили жители Кемерово. Уже сейчас квартиры в новых домах нашли своих хозяев. Тех же, кто мечтает жить на высоте, ждет вторая очередь, которая будет сдана в эксплуатацию в конце этого года. Наталья Токмагашева, Олег Тагаев. Новости моего города.